Конкурс «Учитель года Чувашии» проводится в республике с 1992 года. За 23 года проведения конкурса победители республиканского этапа неоднократно становились лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России». В 2015 году в конкурсе «Учитель года Чувашии» приняли участие 26 учителей, победителей муниципальных этапов конкурса. В ходе конкурсных мероприятий педагоги подготовили открытые занятия с детьми, методические семинары, родительские собрания, классные часы. По итогам двух конкурсных дней определились 5 лауреатов конкурса. Лучший из них определен по итогам открытой дискуссии. Учителем года Чувашии 2015 стала Светлана Ильина, учитель английского языка Салабай-Касинской основной школы Чебоксарского района. Я счастливый человек, потому что меня всегда окружают добрые, умные и хорошие люди. И сегодня я хотела бы сказать слова благодарности всем этим людям. В первую очередь я хотела бы, конечно, поблагодарить Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице Иванова Владимира Николаевича и Петровой Светланы Владимировны, которая 2 дня была с нами. Ключевая роль в организации воспитательной работы с детьми принадлежит классным руководителям. В 2015 году на заочные этапы республиканского конкурса «Самый классный классный» была представлена 31 программа работы классных руководителей с коллективом класса из всех муниципалитетов республики. По итогам заочного этапа на очный этап конкурса вышли 21 классный руководитель. Конкурсанты демонстрировали свое профессиональное мастерство в работе с детским коллективом через организацию внеклассных мероприятий, защищали программы работы с коллективом класса, обсуждали актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения. По итогам двух конкурсных дней определились 5 лауреатов конкурса. Самым классным классным стала Наталья Самарина, классный руководитель Врунарской школы №1 имени Никифорова. Педагог остается педагогом до тех пор, пока он учится. И это справедливо, потому что без этого невозможно дальнейшее движение и развитие наших детей. И поэтому я от души благодарю вас за участие в конкурсе и желаю вам дальнейших успехов. В республиканском конкурсе «Воспитатель года Чувашии» в 2015 году участвовали 24 лучших педагога системы дошкольного образования, победители муниципальных конкурсов. По итогам изучения интернет-ресурсов и творческой презентации были отобраны 12 лучших участников, которые соревновались в проведении педагогического мероприятия с детьми. В соответствии с рейтингом общих баллов лауреатами конкурса стали 5 лучших педагогов. Лучший из них определен по итогам мастер-классов и круглого стола. Воспитателем года Чувашии 2015 стала Екатерина Давыдова, воспитатель Чебоксарского детского сада № 64 «Крепыш». В республиканских конкурсах «Педагог-психолог года» и «Социальный педагог года» участвовало 40 педагогов. В ходе конкурсных испытаний конкурсанты провели занятия и первичное консультирование с участниками образовательного процесса, находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальным педагогом 2015 стала Марианна Яковлева, социальный педагог Цивильского аграрно-технического техникума. Лучшим педагогом-психологом этого года стала Алина Тимофеева, педагог-психолог Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Содружество», город Чебоксары. Главной наградой лучшим педагогом стала премия главы Чувашской Республики в размере 150 тысяч рублей учителю года, 100 тысяч рублей воспитателю года и по 50 тысяч рублей победителю конкурса «Самый классный классный» социальный педагог, педагог-психолог. Наталья Журавлева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.